Здравствуйте, дорогие друзья и соратники. Изучая материалы по отмене крепостного права, я пришел к выводу, что нам вновь выдали желаемое за действительное. И всеми своими наблюдениями я хочу поделиться с вами. Итак, что мы знаем об отмене крепостного права из курса школы? То, что была дана свобода крестьянам из фактического рабства, была отменена позорная система, которая тормозила экономическое развитие нашей страны. Хочу сказать сразу, здесь я не буду рассматривать версию о катаклизме 19 века. Вообще даже не упомяну ее более в этом фильме. Также я не буду строить никаких своих версий и размышлений. Все сказанное далее взято из открытых источников и опирается только лишь на утверждение официальной науки. Давайте уже посмотрим, что эта наука, в кавычках, несет в массы. По официальной версии, в первой половине 19 века крестьянский вопрос являлся основополагающим в политике российского правительства. В период с 1801 по 1860 годы было принято 611 законодательных актов о помещичьих крестьянах. В 20-50-х годах 19 века усилился курс на сужение круга лиц, имеющих право владеть крепостными. Вторую половину 50-х годов 19 века следует выделить как особый этап крестьянского движения в дореформенной России. Это был период углубления кризиса феодально-крепостнической системы, что способствовало революционной ситуации и непосредственной подготовке крестьянской реформы. Крестьянское движение – один из важных факторов, приведших к отмене крепостного права, и существенный компонент революционной ситуации 1859-1861 годов. Служба в армии была одним из главных механизмов освобождения населения от крепостной зависимости. В годы 7-й ревизии 1816-1834 годы число освободившихся от крепостной неволи после выхода в отставку превысило количество получивших свободу иными путями. Армия являлась важнейшим элементом развития социальной мобильности российского общества, способствуя формированию свободных от крепостничества людей, не платящих налоги и имевших право свободного выбора места жительства и занятий. С 1801 года по 5 марта 1861 года, то есть до дня обнародования манифеста 19 февраля об отмене крепостного права, в России было 1467 крестьянских волнений. Конец справки. Здесь стоит отметить, что нет ни одного закона, указа или манифеста, по которому крепостное право вводилось бы явно. Как нам говорит официальная история, это право сформировалось в конце XVI века с течением обстоятельств. XVI век, то есть в период смуты, что уже вызывает явное недоверие. Ведь как в стране, раздираемой на части, где шла война всех против всех, власти решились на закрепощение крестьян. Правителям своих проблем было мало, что ли? То есть можно смело сказать, что начало крепостного права мы не знаем. Однако есть законы и указы, выпущенные позднее XVI века, которые регулируют крепостное право, отношения между крестьянином, помещиком и государством. Давайте разберем смысл слова «право». Право – совокупность законов и постановлений государства, относящихся к какой-либо стороне общественного устройства, жизни и деятельности общества. Закон в юриспруденции в узком смысле – нормативный правовой акт, который принимается представительным законодательным органом государственной власти в особом порядке, регулирует определенные общественные отношения и обеспечивается возможностью применения мер государственного принуждения. Кроме того, в широком смысле под законом понимается любой нормативно-правовой акт, действующий в рамках конкретной правовой системы. Закон – это право, закрепленное на носителе, например, бумаге. С правом разобрались, тут все просто. Но, друзья мои, что является обязательным условием при покупке, например, квартиры? Или если бабушка вам оставила в наследство дом? Обязательным условием для вступления в собственность является визит к нотариусу. Как таковая система нотариата была введена в России 14 апреля 1866 года. А до этого времени что, никто не покупал домов и квартир, не закладывал и не дарил землю или не совершал других сделок?
недвижимость всегда продавалась, обменивалась и наследовалась. Конечно же, такой оборот имущества требовал документального оформления, в том числе и в виде нотариальных документов, грамот на владение недвижимыми имениями, актов перехода из одних рук в другие, межевых планов и тому подобное. Такой объем официальных бумаг создал благоприятные условия для роста численности площадных подьячих. Так как мы условились разбирать только официальную точку зрения, то согласно официальной же точке зрения, система нотариата существовала и ранее, только называлась по-другому. Нотариусы, например, назывались площадные подьячие, а нотариат – крепостное право. Слово «право» мы уже разобрали, давайте разберем смысл слова «крепость». Крепость или крепостной акт. В Российской империи сделка, совершаемая крепостным порядком, обычно фиксирующая переход прав в собственности на недвижимость, как-то купчие, дарственные, закладные, также любые письменные обязательства и договоры, внесенные в книги у крепостных дел. Крепостной акт примерно соответствует современному нотариальному заверению и регистрации прав собственности. По соборному уложению 1649 года под названием крепостей имелись в виду не только крепости купчие, закладные, дарственные записи и другие акты, совершаемые крепостным порядком, но и вообще все письменные обязательства и договоры, кабалы всякого рода, заемные, наемные, духовные памяти, сговоренные, свадебные памяти. Доведение нотариального положения 1866 года различались крепостные акты двух типов. Акты, совершенные крепостным порядком, и акты, вносимые в книги крепостных дел, только для явки и засвидетельствования. Если кому интереснее почитать про крепостные акты подробнее, то ссылка будет в описании под фильмом. Итак, получается, что отмена крепостного права – это отмена нотариусов и государственной регистрации? Вы можете себе представить, чтобы в такой стране, как Россия, отменили эти институты управления, как государственная регистрация прав собственности и систему нотариата? Или чего пуще их обе? Это кажется немыслимым и, как говорится, ни в какие ворота. Очевидно же, что под отменой крепостного права понималась не отмена всей системы в целом, а только освобождение в кавычках крестьян. Полная отмена всей системы привела бы к хаосу и анархии. Разбираемся далее. В 1846 году Пятый секретный комитет, обсудив предложение и объяснение министра внутренних дел, вполне одобрил основную его мысль – достигнуть освобождения людей крепостного состояния постепенным ограничением крепостного права, незаметным для них образом, не возбуждая в народе опасных толков и не произнося даже слова «свобода» или «вольность». Полную отмену помещичьей власти комитет считал невозможной, ибо власть помещика есть орудие и опора самодержавной власти. Власть помещика не должна, однако же, быть неограничена, и крестьянин должен быть огражден законами от злоупотребления оной. Это была цитата. И вот интересная цитата уже. Освободить крестьян так, чтобы они этого не заметили. Крепостной крестьянин. Давайте разберемся с ним. Уровень его личной зависимости был достаточно высок. Крепостных свободно покупали и продавали, сдавали в аренду, дарили. Они также несли рекрутскую повинность, которая, согласно рекрутскому уставу, взималась с их владельцев. Суммы, выделяемые на содержание крепостных, как и объемы барщинных работ, не оговаривались законом и не контролировались правительством, полностью завися от воли и состоятельности владельца. Такое положение подтверждается письмом графа Воронцова, М.С., графу Панину. Воронцов сетует на то, что торговля мужчинами, женщинами и детьми достигла таких размахов, что положение душевладельцев принимает вид владения неграми в южных штатах США. В течение второй половины XIX века правительство ужесточало репрессивные меры по отношению к крепостным. За порочные и дерзкие поступки помещик мог удалить от себя и из своего имения крепостного человека, передав его в распоряжение губернского правления. Такие крестьяне после освидетельствования в рекрутском присутствии, если оно находило их годными к военной службе, поступали в армию, неспособные же отправлялись на поселение в Сибирь. Тут тоже этот момент надо заметить про Сибирь. Итак, крепостной крестьянин был на положении раба, если не хуже. Из чего вдруг император
Самый крупный помещик в стране решил сам отказаться от собственности и лишить такой же собственности других влиятельных людей. Вот представьте пример. У вас есть шикарный особняк в живописнейшем месте, который строили еще ваши деды. Вы им дорожите и лелеете. Но однажды вы решили безвозмездно отдать особняк, ну пусть под ночлежку для бездомных, а сами со своей большой семьей решили перебраться в однокомнатную квартиру где-то на окраине города, в промзону. Пример, конечно, утрированный, но думаю, вам понятно, что добровольно отказаться от своей собственности таких размеров, ну, довольно-таки трудно. Для этого должна быть или прямая выгода, или какая-то неизбежность. Как мы уже слышали из цитаты ранее, власть помещика есть орудие и опора самодержавной власти. Власть императора стоит на дворянах. Часть из этих дворян была помещиками. Император сам помещик, самый крупный в стране. Из чего вдруг решил освободить крестьян? Ни один помещик не будет делать то, что ему невыгодно. Тут нужно отметить еще такой момент. Дворянам запрещалось иметь крепостных крестьян, если у дворян не было в собственности земли. Такие дворяне могли иметь только домовую прислугу. Эти люди также считались крепостными со всеми обязательствами владельца по отношению к ним, к государству. То есть владелец платил за них налог, сдавал в рекруты, обязан был кормить и одевать. Однако эти люди не были крестьянами как таковыми и не приносили прибыли владельцу. Это важный факт. Крепостными крестьянами мог владеть только землевладелец, так как по сути своей крепостной крестьянин привязан к земле. За все время существования крепостного права законы, принимаемые касательно крепостных, выглядели как крестьянин-земля. То есть крестьяне были привязаны к земле, это всегда подчеркивалось и утверждалось. И вот только отмена в кавычках крепостного права – это закон о крестьянах без земли. Точнее, об отвязывании от земли. Это важный момент, мы к нему еще вернемся. В середине февраля 1861 года положение об освобождении крестьян было рассмотрено и одобрено Государственным советом. А теперь слушайте внимательно. 3 марта, 19 февраля по старому стилю, 1861 года Александр II подписал манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, состоящей из 17 законодательных актов. Вы читали этот самый текст этого самого манифеста? Точнее, то, что нам выдают за него. Ссылка на этот на текст манифеста будет в описании под фильмом на YouTube-канале «Неофициальная история». Почитайте обязательно текст манифеста. Очень интересное чтиво на самом деле. Вот если читать внимательно, то сколько раз в тексте попадаются слова «освобождение», «рабство», «отмена» или им подобные? Один единственный раз слово «освобождение» в своем прямом значении появляется в отношении дворовых людей, но не крестьян. Помните разницу дворовых людей от крестьян? Дворовые люди были без земли. Про крестьян слово «освобождение» не употребляется ни разу. И обратите внимание на стиль написания текста манифеста. Вы ничего не замечаете? Почерк слишком правильный. Ну да, знаю, сейчас вы скажете, что это писали специально обученные писари, у которых был каллиграфический почерк, они пишут красиво, аккуратно. Но посмотрите внимательнее, слишком аккуратно и слишком красиво. И буквы прям, ну все одинаковые, это больше похоже на компьютерный шрифт, чем на руку живого человека. И стиль письма слишком уж современный, и в изложении сути манифеста слишком много воды и неопределенности. А это не свойственно для императорских указов и манифестов. В описании под фильмом также будут примеры царских указов. Ну, что называется, почитайте и сравните сами. Царские указы всегда были полны определенности и конкретики. Все разложено по полочкам. А в этом манифесте, почитайте сами, сравните. В общем, говоря простым языком, представленный нам текст манифеста не вызывает у меня доверия. Манифест был объявлен в обеих столицах в большой религиозный праздник, Прощенное воскресенье, 5 марта 1861 года, в других городах в ближайшую неделю.
Итак, со школы мы знаем, что манифест представлял крестьянам личную свободу и общегражданские права. Отныне крестьянин мог владеть движимым и недвижимым имуществом, заключать сделки и выступать как юридическое лицо. Он освобождался от опеки помещика, мог без разрешения вступать в брак, поступать на службу и в учебное заведение, менять место жительства, переходить в сословие мещан и купцов. Крестьянству даровалась юридическая свобода, но земля объявлялась помещичьей собственностью. За отводимые наделы крестьяне на положении «временно обязанных» в кавычках несли в пользу помещиков повинности, которые практически не отличались от прежних крепостных. Далее, цитата. 1861 года, марта, 12 числа, выписка из частного письма, полученного из города Киев в третье собственное его императорского величества канцелярии. Это орган тайной полиции, учрежден в 1826 году. Высочайший манифест получен вчера по почте и прочитан во всех церквах и площадях. Содержание манифеста никого не удовлетворило, ни помещиков, желавших скорейшей развязки вопроса, ни крестьян, ожидавших с нетерпением свободы. Между тем, в различных местах народ начинает изъявлять свое неудовольствие. В Корсуне Каневского уезда крестьяне восстали, нужно было употребить военную силу для их усмирения. Конец цитаты. Из этого документа следует, что реформа нисколько не изменила ситуацию в Киевской губернии, а только усугубила ее. И такая ситуация была в целом по всей стране. Крестьяне не только были ущемлены в размерах земли, они, как правило, получали неудобные для обработки наделы, поскольку самая лучшая земля оставалась у помещиков. Следующим этапом освобождения в кавычках крестьян был переход их в состояние собственников. Для этого крестьянин должен был выкупить землю. Цена выкупа значительно превышала действительную стоимость земли. Чтобы обеспечить реальность выкупа земли, правительство организовало так называемую выкупную операцию. Оно заплатило за крестьян выкупную сумму, предоставив им таким образом кредит. Этот кредит должен был погашаться в рассрочку в течение 49 лет, с выплатой ежегодно 6% на ссуду. После заключения выкупной сделки крестьянин именовался собственником. Однако его собственность на землю была обставлена разного рода ограничениями. Полным собственником крестьянин становился лишь после выплаты всех выкупных платежей. А вообще, читая текст манифеста, не покидает ощущение создания из крестьянских хозяйств колхозов или им подобной структуры. Ну так вот вам, друзья мои, и решайте, выгода или неизбежность толкнули императора освободить крестьян. Получается, что крестьяне как раз этим манифестом и попали в рабство. Учитывая число душ крепостных крестьян, на момент освобождения в кавычках, около 23 миллионов человек, понимаешь, какое количество земли необходимо для их собственного пропитания. А если уж речь идет о развитии крестьянского хозяйства, то количество земли нужно удвоить. А теперь посчитайте сами, какую прибыль получил царь-освободитель, в кавычках, за 49 лет по 6% ссуды за всю эту землю. Цену на землю того времени и размер выдаваемых государством ссуд найдете сами, это все на поверхности. Однако, не только ради процентов это все затевалось. Основная суть манифеста – оторвать крестьян от земли и предоставить им возможность выбора, либо платить ссуду на землю здесь, либо ехать куда-то и получить там землю бесплатно. И вот с этого момента начинается повторное заселение Сибири. Про Сибирь я уже отмечал ранее. Указ о праве помещиков ссылать крестьян в Сибирь от 1760 года на самом деле был издан в 19 веке и, скорее всего, и был началом всей этой эпопеи с Сибирью. Вот меня долгое время терзал вопрос. Почему тульские оружейники Демидовы поехали на Урал? Не куда-нибудь, а именно на Урал. Хотя металла и угля и в Тульской губернии было много. И почему именно Демидовы? И почему именно из Тульской губернии, а не кто-то еще из других мест? И не это ли одна из причин, по которой они удостоились дворянского звания? Знаю, за заслуги, за хорошее оружие и прочее. Это все я знаю, но смотрите шире. Кстати, в одном из своих предыдущих фильмов я уже спрашивал, куда пропали 52 тысячи человек. Уж не свободу ли в кавычках в Сибири они получили? Это вам информация к размышлению, а я вернусь к нашей основной теме. Итак, как мы видим из анализа официальных источников,
С так называемой отменой крепостного права не все чисто, как нам преподносят. И если разбираться даже в тех же официальных документах, то никакой отмены крепостного права не было вовсе, так как это отменило бы всю систему регистрации сделок и нотариата, который так тогда и назывался «крепостные дела». Освобождения крестьян также не было, так как добровольно отказаться от своего имущества владелец не станет. Были созданы условия в виде высокого процента за выкуп земли, побуждающие крестьян к переселению на другие территории, доселе не освоенные. И это только по официальным данным. То есть то, что лежит на поверхности. Что же было прикрыто этой отменой крепостного права на самом деле, я расскажу в другом фильме. Если, просмотрев этот фильм, вы скажете, что все это бред, то вы называете бредом всю официальную историю. Друзья мои, официальная история на самом деле не бред. Это просто сказка. Красивая и грустная сказка о том, какими нас хотят видеть наши недруги. Но шило в мешке не утаишь. И правда все равно вылезет наружу, потому что при переписывании истории ляпов невозможно избежать. И при внимательном изучении даже того, что нам преподносит официальная наука под видом неоспоримых истин, все нестыковки обнажаются. Будьте внимательнее, друзья мои, не позволяйте себя обманывать. Далее я приведу в хронологическом порядке даты и события, так или иначе имеющие отношение к отмене в кавычках крепостного права. Все ссылки на используемые материалы будут в описании под фильмом на YouTube-канале «Неофициальная история». Спасибо за то, что досмотрели до конца. Всего вам доброго. До свидания.